Вы смотрите новости, и мы продолжаем. 65 петропавловских малышей ждут своей очереди в кабинет психолого-педагогической коррекции. В Петропавловске таких уже два. Последний открыли всего пару месяцев назад. Его бесплатно посещают 27 детей. Этот центр появился благодаря поддержке областного акимата, фондов «Дара» и развития соцпроектов «Самрук Казанатраст». Наша съемочная группа узнала, как и чему учат малышей, которым нужно особое внимание. Пробежать по мягкому мостику, попасть шариком в корзинку. Маленькая Ксюша с легкостью выполняет упражнения в кабинете лечебной физкультуры. Занятия здесь проходят весело и динамично. У девочки проблемы с речью. В 3 года она еще не разговаривает. Направление к специалистам получили в сентябре, однако свободных мест в кабинете коррекции не было. После открытия в городе второго такого центра очередь дошла и до Ксении. Второй месяц она посещает кабинет коррекции и уже виден результат, говорит ее бабушка. Ребенок через игру. Вот это все получает. Вот, кажется, пришла, поиграла. А знаете, так заметно развитие. Вот на сегодняшний день она уже говорит некоторые фразы. Она уже обращается к нам. Занятие длится максимум 35 минут. Каждому маленькому посетителю подбирают индивидуальную программу коррекции. Все в центре сделано для удобства малышей. Комнаты просторные, и светлые дверные проемы широкие. А еще здесь нет порогов, чтобы даже малыши на инвалидных колясках не испытывали трудности, перемещаясь из кабинета в кабинет. Для работы с детьми подбирают самые эффективные методы. Важно, чтобы им было интересно, говорит Галия Баязитова. Один из любимых – арт-терапия. Рисование красками, водой или на песке. Такие игры помогают специалистам определить психоэмоциональное состояние ребенка. Мы не можем заставить ребенка что-то делать, но мы можем его подключить к совместной деятельности. То есть форма работы становится индивидуальной. Но когда мы видим, что ребенок социализируется, что ребенок очень хорошо идет на контакт, у него все хорошо получается, изменяются реакции в поведении, мы можем сделать одно занятие парное для ребенка, имеющего такой диагноз. Сегодня в кабинете коррекции получают помощь 27 малышей. В среднем индивидуальный курс занятий длится до 3 месяцев. Комплексную коррекционную помощь дети с проблемами в развитии получают по направлению областной медико-педагогической консультации. В кабинете работают логопед, психолог, дефектолог, социальный педагог и учитель лечебной физкультуры. Кабинет оказывает государственные услуги – это реабилитация, социальная адаптация детей с проблемами в развитии, а также консультирование семей, которые воспитывают детей с особыми образовательными потребностями. Штат специалистов планируют расширять. Это позволит организовать работу центра в 2 смены, а значит вдвое увеличить количество малышей, которые смогут посещать кабинет психолого-педагогической коррекции. В Петропавловске больше 60 детей стоят в очереди и ждут возможности получить помощь специалистов. Ксения Куценко, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.